Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я хотел бы вам показать лучшую реализацию обновления 0.16.0. Поэтому, если ты ждешь обновления, прямо в эту секунду прожимай огромнейший лайк, подписывайся на мой канал, а мы начинаем. На GG следов вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп, обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% пополнению. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Ну что же, дамы и господа, к вашему вниманию представляю обновление 0.16.0, ну точнее ее концепция. Ну что же мы тут видим? Кнопочка «Получить медаль». Кстати, да, ребятки, у вашего кента есть такая же самая кнопочка. Дальше Free Pass, Gold Pass, все как обычно, потому что разработчики тоже хотят кушать. Сверху справа надпись «Третий сезон», потому что, ребята, ну прям капец, как скоро будет третий сезон, поэтому не знаю, как вы, но я лично очень сильно его жду. Также, ребятки, изменен интерфейс. Интерфейс реально очень красивый, в стиле космоса, и я просто от него кайфую. Мне лично все очень нравится, и я бы с радостью поиграл именно с таким интерфейсом. Так, ну что же, смотрим, что же мы видим дальше. Дальше мы, ребятки, переходим в инвентарь. И в инвентаре мы видим, ну, я пока же ничего не вижу. Может, какие-то новые ножи? Не, ничего нету. Обычный, говорится, обычный инвентарь. Но, ребятки, есть медаль ветерана. Кстати, да, у вашего кента скоро будет такая же самая медаль. Только у меня она будет не как тут платиновая, она будет у меня бронзовая. Но тоже неплохо, ребят. Я впервые в жизни получаю медаль, потому что я за 3 года, что играю в стендов, только сейчас обнул 50 уровень. Смотрим по кейсам. По кейсам, в принципе, ничего не изменили. Все как было, так и осталось. Фуриас кейс, блин, не убрали! Хотя, насколько мне известно, его должны убрать. Но, ребят, посмотрите на все эти кнопочки, как все это изменили. Видите, вот эта кнопочка «Применить», даже она обновленная. Ну, реально кайфую. Реально очень круто, очень классно. Так, тут, как мы видим, ввели промокодик, и по промокоду получаем что? Новый нож! Не, ну это шутка! По промокоду новый нож. Ну, ребят, как вам такое? Обалдеть не встать! Вот это я понимаю. Блин, нож называется Folding Raven. Вау, слушайте, вот этот крутой. Мне просто интересно, а откуда взяли идею этого ножа? И посмотрите, его можно осматривать. Нифига себе, так это вообще какой-то нож пришельца или кого это? Посмотрите, ну это просто что-то необычное. Я такого никогда в жизни не видел и, скорее всего, не увижу. Как же это реалистично, ребят, я бы его купил, но он бы по-любому стоил бы 1100 голды, а то, наверное, и 150, вот это, ребят, сосочка, посмотрите, какой классный наш, я хочу его. Ну что же, смотрим дальше, что же мы еще интересненького видим, ребят, а вдруг что-то есть интересненькое. Так, сейчас мы этот нож давайте, конечно же, применим, потому что, ребят, ну новый нож, ну как это его не применить, надо применять. Дальше, что же мы еще интересно видим, пока что вижу очень много скинов с крутыми наклейками, я очень сильно хочу зайти в игру или создать лобби, посмотреть, как же все изменили. Так, ребят, попрошу вас обратно же обратить внимание на все эти измененные кнопочки. Как же все-таки это стильно. Вот такое ощущение, что это реально какой-то, ну такой, не знаю, новый дизайн, новый стиль какой-то, не знаю, хай-тек или как он называется. Ребят, очень круто. Ну что же, смотрим дальше. В принципе, тип лобби у нас самый дефолтный, все как обычно, можно открыть, закрыть, ограничить. И вот тут начинается самое-самое главное, ребят. Я думаю, ни для кого не секрет то, что в ближайшем обновлении очень вероятно то, что добавят режим напарники. Если не знаете, что такое режим напарники, это когда вы играете в стендов только 2 на 2. То есть специальный такой режим по типу как дуэли, только вы играете 2 на 2, выполняете там разные задания или просто играете дуэль 2 на 2. Это реально очень круто. Конечно, отчасти это бесполезно, потому что можно просто зайти в закрытый лобби 2 на 2, но это полноценный режим и, блин, ну реально круто. Так, ребят, и мы тут с вами провтыкали две новые карты. Нифига себе, сказал я себе. Карта 1, карта 2. Слушайте, ну вот эту карту я уже где-то видел, а карта Киберпанк 1... Ну, это просто балдеж. Ну, реально, мне это слово, я очень сильно надеюсь, что эту карту добавят, блин, ребят. Как же это было бы реально круто. Так, ну что же, режим напарник Киберпанк. Так, давайте почитаем. Для повышения ранга старайтесь, чтобы вы и ваш напарник выиграли как можно больше раундов. Ну, как я и говорил. Помните о тактике, грамотном расходовании средств и командной работе. Игроки подбираются близкие вам по рангу. А, это типа ММ? То есть я думал, что напарники это чисто в закрытом лобби, а получается напарники это ММ, только 2 на 2.
Блин, ребят, ну так-то мое почтение. Реально очень круто. Я уже хочу взглянуть на эту карту. Я уже вижу эту загрузку, понимаю, что это будет просто что-то с чем-то. Это просто будет космос. Так, ну что же. Так. Вау, это новый нож, тот самый, ребят. Блин, я уже забыл, как он называется. Кто помнит, напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто, ребят, если вы ждете обновления, прямо сейчас поставьте лайк и хэштег в комментариях «Я жду обновления». Блин, да это же не раз, это реально не раз, это какая-то другая карта, ребят, просто представьте, насколько же проделана огромнейшая работа, я просто в шоке. Чтобы понимали, я общался с создателем данного концепта, говорили, что эту работу делали на протяжении одной недели. Ребята, это просто пушечка, это какая-то барная стойка или что это такое. Блин, ну это реально, это не стендов, это киберпанк игра. Знаете, вышла игра киберпанк, так вот, очень даже похоже, но это ни в какой мере не стендов. Ничего себе, сказал я себе, ребят, как же это круто. О, а вот эту часть карты, раз я узнаю, это мид. То есть справа проход на плента, по прямой мы идем на респаун спецназа. Ну, короче, ребят, прикольно. Ничего себе, как же все это изменили, посмотрите, вау! Блин, не, ну реально балдежно, особенно, знаете, очень круто, было бы круто поиграть на этой карте в режим зомби, просто представьте, сколько бы тут было зомбрей, сколько же тут нычек, и как же это было бы все весело. Так, а тут проход, как мы видим, слева закрыт, и проход на план Б закрыт, то есть это, грубо говоря, урезанная карта Rust, это реально очень круто. И, ребятки, еще одна очень-очень важная информация. Я думаю, вы все прекрасно помните то, что обновление должно выйти очень-очень скоро. Но вам всем интересно, когда же оно должно выйти? А давайте-ка мы вместе с вами подумаем, а что же происходит в апреле? Вот просто мы сейчас пролистаем до апреля прошлого года, и там вы, ребята, узнаете один максимально жесткий инсайт. Что же это за инсайт? Прямо сейчас увидите. Знаете почему? Да потому что в апреле, я вам дам подсказку, есть одно очень-очень важное событие. Вот мы уже долистали, уже май, апрель, и, ребята, вот. Именно 21 апреля стартовал первый сезон. А учитывая то, что один сезон раз в полгода, то вполне вероятно, что сезон номер 3 будет стартовать тоже 25 апреля. Но это не все. Ребята, должна выйти новая коллекция под названием 4 Years. Потому что 17 апреля нашему с вами стендофу исполняется ровно 4 года. Я очень надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Так что, ребята, если вы ждете обновления, прямо сейчас напишите, что вы ждете больше всего. Прямо сейчас в комментарии поставьте лайк, напишите, не знаю, какой-то положительный комментарий. И напишите ваши идеи, а я выберу одного победителя и дам ему 1000 голды. Ну что же, дамы и господа, с вами был ваш Кентуха. Большое спасибо за просмотр. Лайк, подписочка. Всем удачи, всем пока.